Ну не в первый же. Первый. Ой, первый. Я ушел отовсюду. Молодец. Так, нормально. Нормально. Марка толстая кожа. Чего? Марка толстая кожа. Я не убиваю. Меня правда все убивает все время. Ну ладно. Так вот. Я хожу по комнатам, тот же принцип. Я уже запомнил, где что икать. Главное, что там зомби я сразу убил бы. Окей. И потом найдем серебряный ключ где-нибудь. Я хз, правда, где? Я уже забыл, где он был. Здесь, ну серьезно. Такие просто мутки с этими. Ой, прям старт нажал. Еще раз старт нажал. Я тоже. Ну чё она, алё? Давай! Движуха! Здесь не было ничего, да, на улице? Или была трава? Была трава. Трава была. Карту взял? Все. Ты возьмешь? Трава. Короче, какие-то надо вниз, какие-то надо вверх. Окей. Ну, видимо, да. Старт. Старт. А, да, да. Когда там к тебе микрофон приедет? Не знаю, я им писал, что, мол, это, срок-то уже истекает, ребят, вы что, охуели? Они мне такие, типа, через 2 дня после того, как я прислал это сообщение, им ответили, типа, ой, мы очень заинтересованы этим данным вопросом, типа, подтвердите информацию. Вашу почтовую я, ну, подтверждаю. Все. Жду, сижу 2 дня опять, пока они мне ответят. Подтвердите вашу информацию, мы очень заинтересованы. Нет, они, короче, сейчас мне такие, через 2 дня напишут это. Ну, мы поняли ваш вопрос. Подтвердите еще раз. Ой, зомби. Короче, хрень. Я не знаю, я надеюсь, что придет. Просто если уж они заинтересованы вопросом, им как бы надо, чтобы я им не поставил плохие оценки там. Плохие оценки, двойку. Двойку им влеплю, ёпта. Типа заказ быстро сделал, ждал 2 месяца, ебать. Ворона-псина, где ты? Да ну, сука, хватит меня кусать-то, алё. Да слезь ты с башки-то моей, алё. Ты чё она, блядь, вообще как буйная. Там лысину, блядь. Да она что-то вообще нахуячила мне. Бум, бум. Да нихуя не попал опять. Ой, да ну, хватит. Я не танцую. Ворона. Сука, ворона. Заебала. Да умри ты, блядь. Как в нее попасть? Сейчас вообще? Придет истребитель ворон, подожди. Как в нее попасть? Она вообще какая-то борзая. Она мне уже каушен, прикинь, сделала. Вот и все. Че, в смысле все? Она все еще летает. Что ты делаешь? Ворон. Что происходит? Она сдохла? Ворона пуль непробиваемая, что ли? Она. Я ее сбил, она поправилась, полетела дальше. Непонятно. Но я ее не вижу, по крайней мере. Мы можем, конечно, над ней поиздеваться. Короче, если вот досюда доползти. Огонь бахнет. Когда она подлетит, ее убьет. Потому что огонь убивает все. Так, тихо, тихо, тихо. Вот, нормально, нормально, нормально. И бегом, бегом. Хорошо, хорошо, я успел. Подожди, а трек номер-то они тебе не дали? Нет, у них там это. У, там шиппинг этот. Быстренький. Типа дешевый самый. Короче, хер. Не знаю, у меня с фришиппингом, с Алиэкспресс всегда дают трек номер. Ну вот они так вот решили сэкономить, и теперь сидят, короче, такие. Вышлет мне еще раз, да. Быстро теперь доставкой. Единственное, что было. Нет. Шурупчики там не прислали к корпусу, не положили. Ну, шурупчики, это что, проблема прям такая, что. Ну, проблемы, да, потому что именно. Они особенные. А, ну если особенные, то. Блин, эту ворону, сука, патроны потратил. Сдохни, мудак. Сдох, надеюсь. Под эту, под как, под Raspberry Pi. Бяч.
Store room. Мини-ПК. Я, короче, написал, но они мне вернули 100 рублей. За шурупы. То есть я определил сумму, которую они мне должны вернуть. 100 рублей. Дрить какой. Суров. Суров. У меня 100 рублей должны. Слышь, родственник. Гони рубль. И там, короче, этот продавец либо соглашается с твоей, как это, диспьютом твоим. Open dispute это называется. Открыть спор. Либо нет. Он, короче, со мной связаться не стал. Понял, почувствовал. Почувствовал момент. Как он чувствует этот момент, чтоб я его не уработал? Слышь, продавец, я сейчас приеду. В Китай вернул, короче. Вдруг по IP вычислили еще, ну это вообще видовые. Дядюшка Ляо, это деревня Халяо. Дядюшка Ляо, деревня Халяо. Целого Халяо. Наверное. Я куда вообще пришел-то? Я туда пришел, куда нужно? Бойлер менеджер офис. А, ну да. Или нет. Эх, из-за этого. Набрал травы уже. Походу я пришел за картой. Трава. Да? Я пришел за картой. Да, я пришел за картой. Возьму карту. Сейчас вернусь назад. Патроны надо только для дробовика взять, а то сейчас начнется опять эта ахинея с беготьем туда-сюда. Где-то тут они были, да? Вот они, хорошие мои. Только я иду к тебе, короче. Где ты там, кстати? А я тут куда-то зашел. В коридоре, не в коридоре. Сейчас тебе скажу. Тихо, зомби. Вот прям за дверью за зомби, скорее. Я сейчас зашел в North West Passage 2. Ух ты, привет, блядь. North West Passage 2, я тут тоже, да, сейчас. Я в конец коридора ушел, чтобы карту использовать. Я использовал ее. Security. Здравствуйте. Че, возьмется что-то? Дипломированный... Тут же что-то было. Тут же что-то было. Ой, открыл. Убийц ворон дипломированный пришел. Вон тут чувак с тобой еще пришел, по-моему. Едь. Уархиха. Один добавил. Хорош. Так, куда там надо было? 201, 202. Туда, в смысле, 102, 103, 104. Хорошо. Это мы на каком этаже? А, это мы там, где нужно. Нет, не там. А, нет, там. Все правильно. Вот, все, пришли. Ой, тихо, зомби. Бах. До свидания. Ебанутый, что ли, зомби? Че с тобой, братан? Я ж тебя выстрелил дважды. Ты че, блядь, тебе мало, что ли, до сих пор? Я говорю, какой здесь шотган дурацкий. Ты че, блядь, слышь? Ты хорош, о, все, сдох. Наконец-то, господи. Так, дойдешь потом до... 204-й. Ну да, там в конце коридора, там же. Там, где ты сейчас находишься, просто в конце коридора, сука, зомби, ты, блядь, тупой, нахуй, сдохни. Где второй? Уже второй был. Ай. Так. Я на месте. Я на месте первого переключателя. Нажимаю вниз. Включилось? Нет, наоборот, отключилась. Вот сейчас включилась. Раз. А пошли она и дальше. Включена, походу. Ну вот, поэтому, короче, не работал ни хера, да? Надо было, короче, пойти сразу в 103-ю и 104-ю. Осталась Германия и что там? И что там? Там что-то уже включено, что ли? И Испания. Не включены Германия и Испания. Угу, окей. Так, я сейчас где? А они, кстати, помечены номерами 2-4. Германия включена? Нет. Включена? Сейчас да. Харо. Харо. Хорошее слово. Харо. Так. Карты Харо. Карты Харо. Нормально. Убыль. Тут хоть руками машет. Рука была сраной. Эх.
Женщина тут не будет, это опять пришибленная. Стоит. Женщина. Вон она. Бум. До свидания. Так, United Kingdom. Нет. Тебе Испания нужна. То есть это я не трогаю, окей. Это наверху. Это у тебя. Сейчас, ладно, добегу. Тут рядышком. Тут рядышком. Ядышком. Что-то не прикольно, конечно, сделано, когда стреляешь, что такие глухие выстрелы слышно. Где-то вдалеке. Я просто без звука играю. Мне это неизвестно. Так, 202. Что-то вверх, что-то вниз. Окей. Окей. Ну, я, короче, на месте. Так, стоп. Так? Да, все включено. Все, да, они подсвечиваются даже, когда я что-то делаю правильно. Забирай ключ, надо искать. А, да, я забываю все время про него. Надо искать теперь золотую дверь. Где она, интересно? И там что-то еще мигает, но you can't take any more items. Что-то тут еще мигает. Сейчас посмотрю. А, ну это ключ тот же самый. Ты да, просто его взял? Я могу взять его теперь еще раз, да? Наверное. Да, я могу взять его тоже. Лоб. Ну, типа, ты его берешь, он там бесконечный. Для каждого. Вдруг, если твой товарищ умрет, чтобы был шанс какой-то пройти дальше. Сможешь пройти. Да. Я попробую на третий, что ли? Ему зони сразу такой стрёмный. Не, подожди, на третий не надо, да? Там же на серебряный закрыто с другой стороны, правильно было? Да. Значит, через другую лестницу. Через другую лестницу пойду. Там по-любому. Чёрт, я зачем-то там. За тобой попёрся. Я уже ушел. Я уже ушел, а я уже ушел. Ла-ла-ла-ла-ла, никто меня не догонится. Ты-ли-ли-ли. Все. Так, я пошел на другую лестницу. В конце коридора. Я уже запомнил ее в карту, прикинь. Она какая-то повторяющаяся. Туда-сюда бегаешь. Ну, по крайней мере, этот угол я запомнил. Какой ты вошел? Самый последний, на повороте. Lounge stairs? Да. Я наверху. Я тебя, правда, не вижу уже. Интересно, тут, не тут? Где-то это золотая дверь. Где же эта собака? 3F. Тихо, сука, блядь. Да отстань ты. Блядь, свинья. Пошел в жопу. Зомби, ты свинья. Да чё? Так. Liner room. А, это таком... Liner. А, это Liner. Мечта домохозяйки, по-моему. Что-то тут. Пароль изменился. 2287. Ага. А что тут еще лежит? Ага. Починить что-то там. Лайнен, может, это имя? Комната Ленина. Комната Ленина. Ну вдруг Ленин. Ой! Съернуло меня. Да ну чё ты хорош. Я не полечился. Это чуть вообще не помогло, короче. Так, вот здесь. Вот здесь есть. Ага, всё. Это классное место. 300x. Заходи гостен ломать. 3x. Гостен ломать. Ой, лечилка. Спасибо. Ой, блядь. Хуй-то откуда? Что? Я дробовик вытянул. Как так-то? Ты как аж это? Дробовик выронил. Как так-то? Дробовик выкинул. Ни хера себе. Ой. Да, там стену ломать надо. Гость стену ломать. Эй, блядь. Отломаем. Зачем, правда, мы это делаем, я не знаю. Там просто проход. Ну, ладно. Ну, сломали. Оружие какое-нибудь одень. А то я что-то не одел ни хера, тут, по-моему, кто-то есть. Гранатомет тут есть. Вот зачем ломать стенку, очень полезно. Ну так-то да. Чё ты делаешь-то? Я что, патроны выкинул, что я дробовика?
Куда я их дел-то, блядь? А, я их зарядил. Ладно, ясно. Да я молодец, я умный. Ты уже все полутал? Да тут вроде как и не было ничего, кроме там что-то у нее в кармане. Че у нее тут антивирус? Тебе надо? Да нет, мне некуда даже ее положить. Не понял. Так, ну в принципе, что? Это мы просто круг сделали. Теперь можно обходить. А там, подожди, а на той стороне мы еще что-то смотрели? Или там уже все? Блин, тут ликер. Уйдите, покемоны. Ликер тут. Да, ну там, в принципе, дверей-то больше нет. Значит, тогда вниз. Значит, на первом этаже. Это комната. Ой, а ликер что-то никакой. Ой, санина. На первый этаж иду, короче. Только не через большую лестницу, а через вот эту, которая рядом с тобой. Которая рядом. А зачем я туда иду? Ну что, все равно там. Ай, блядь. Сука, зомби. Раз, два, три, четыре. Подожди, дальше, а какая это рядом? Ой, тихо. Там такая лестница, короче, вверх и вниз. А, ну я по ней бегаю туда-сюда. Я вот по ней вниз пошел. Да, блядь, заебал ты, блядь. Вечером все мертвые, походу, слишком привыкли к ночным стримам. Они ночью мертвые. Никто не смотрит меня. Никому не интересно. Я куда-то вошел, тут все двери позакрыты. Я по Лэн Сквэр. Ты где сейчас? Я, походу, на улицу вышел. Нет! Ты, сука, ты, блять, вы заебали, серьезно. Ух, мать твою. Уже четвертый день, короче, стримлю, или пятый, короче. И никто не пишет вообще ничего. Блять, Кауша. Такие не очень вообще. Ой, зомби. Хэндган. Нахер мне хэндган дает лечилку-то, ну. Зомби. Я в 104-й комнате. Да там нет ничего. Женщина тут, которая... Все, что там можно было найти из предметов, мы уже нашли. Мне кажется, нужно через улицу попасть в начало самое. Это так, в порядке бреда. Не, патроны здесь есть. Ну, патроны, да, я там не брал ничего из предметов. Ах ты ж мать твою. Лестница сломалась. Буду писать тогда, оккупирую чат. Молодец. Молодец. Через улицу не вернуться, короче. Через улицу не вернуться никак. Да ты, сука, ты заебал меня уже, блядь. Хули ты тут ходишь? Все, блядь, я красный. Ну, заебись вообще. Сейчас помру. Где ты? Где ты на первом этаже? В конце коридора, походу. Хотя нет, в конце. А, нет, пистолет. Ну ладно. Я вижу, ты стреляешь там? Или это просто вспышки? Нет, это я стреляю. А где ты? Ты наверху? Тоже. На первом этаже. Кто там? Суровый мужчина вышел. Ну вот ты, я за тобой перся и тут на меня напали, ядрить. Тут все двери уже все. Я уже не знаю. Ну на тебе, я не знаю. Последнюю траву отдаю. А ты мне тебе, гранатомет? Кажется, гранатомет отдал. Ну ладно. Плевать. Бляха, где я тогда находил-то? Ёптать. По второму этажу, получается, не бегали. Что ли, и чего? Типа да. Здесь тупик. Нет. Когда падаю, вот тогда вирус. Прям огонь летит. Security room. I'm right behind you. А кстати, здесь есть этот спрей. Да? Да. Вот, а что мне это поможет? А ух ты, ёпта. И я понял, что мне это поможет.
Но у нас вообще ничего не останется, получится, да? Ну ладно. Такой что, вот я тебе жадный. Твоя нужна эта самая, как гранит лаунчер? Доставь. Толк. Здесь, видимо. Ну а где еще? Чего тут? Стоит, блять. Ждет, сука. Упал, надеюсь. Так, это выход на улицу. Вроде бы. Так, стоп. Нет, это, я не туда пошел. Не-не-не, сюда не сходи. Сторум. Уже были. Где-то тут по-любому. Мы зеленые тут. Ой, золотой. Тут спрей еще. Это ты, что ли, бегаешь? Страшно. Да, я вот за поворотом здесь. Так, это фойе. Там, по-моему, в конце коридора спрей. Дверь какая-то неоткрытая. Вот тут это что такое? Я тут не был. Спрей? Да бери себе. Я же это... Вот, вот сюда заходи. Здесь классно. Owner's Room, это хорош. Это то, что нам нужно. Заходи. Заходишь? Да. Что-то я подвис чуть-чуть. То есть здесь не был даже, да? Вот где ты эти ящики. Да был я здесь, я просто не двигал ящик. О, хорош. Че тут? Опа, че лежит? Ага, во. Вот этот код мне. Вот этот код мне нужен. Подвинуть ящики. Так, где огонь тут бахает? Я там какой-то код взял. Все. В принципе. А наверху там вторая дверь еще какая-то была. Ты ее пробовал открывать? Наверху. Там же. Нет, походу. Ты туда не зашел почему-то. Мы сюда сразу махнули. Ну, гофса первое. Здесь, по-моему, пароль надо ввести. Ай, меня тут лижут. Кто? Лизун. Кто там лижут? Не, я языком как фиганул. Ничего себе, мы слаженная команда. G... H, H? Или F, F? Я это не помню. Давай ты подбирай пароль. Ты классный здесь. Давай. Я спрей возьму. А я-то откуда знаю, какой здесь пароль. А ты не взял, что ли? О, давай, что? Кстати, так удобнее будет. Так, G-A, пробуй. G-A? G-A. Не G-A, а G-A. Как G, Джим. G-A. Не подходит? Ау. Ты тут? Я нажал, но... Нет. Нет. Бае. Хотя давай с самого последнего. GGF попробуй, короче. GGF? Да. Как GGF. The code that was entered... Понятно. Сейчас, GGF. The code was entered is incorrect. О, еще разные. C, G, Jim, F. C, потом G, и F, да? Угу, F. Либо я не те жму, либо не подходит. Да их там дохуя просто кодов этих. Давай, ладно, я сам. Guest list copy. G-A. Ну давай. G-A. В предыдущей комнате лежал лист. Там были пароли? Да, и там были, да, пароли. О, открыл. В смысле? Все? С первого раза? Ты, походу, не то. Silver key я взял. Походу, ты не то первый раз ввел. Ну ладно, ну, бывает. Да. Ой, мужик сидит. Мужик, ты чё? Чпс, тихо. Чё? Не издавай шум. Чё? Чё? Чувак умер. Он не издавал звука и взял. Сука, мазафага просто. Взял и сдох. Слушай, какого чёрта? Я вот думаю,
ключик на спрей поменять? Спрей на ключик? Какой? Золотой? Золотой же нам нужен. А серебряный ты зачем взял? А он у тебя есть? Я вот соседнюю дверь тут открыл. Тихо. Серебряным ключом. Ликер ссаный. Ой. Скорее всего, говорил га. Ну, наверное. Так, открыли коридор. А, это в начало, окей. Понятно, ясно. Ну, потому что G это га. Ну, я просто сказал Джим. Вроде как. Может, не услышал. Опять меня лижут. Я нашел золотую. Все, стой, где ты? Где ты? Owner's room. В коридор выйди. Сука, ликер ссаный. Сдохни. Вот. Где ты? Выхожу. У нас ВСП. О, вижу. Это ты? Да. Ой, блядь, он что, жив, что ли? Ты сдохни. Ну-ка сюда. Вот тут. Золотым ключом. Ага. Блядь, патроны кончились. Эквип, сейчас я зайду. Подождите, без меня не лутать. Да что ты дверь за собой закрываешь? Эй. Вот сюда мы не ходили. Во! То, что нужно. Вот здесь надо где-то включить. А, блядь, загадка. Замечательно. Сейчас подберем. На рандоме сейчас, нормально. Так, что-то назад. Вот так. Все включить надо. И вот так, все. Сделал. Хорош. Так, emergency. Так, все, нормально, включилось. А что это такое лежит? Ой, я что-то взял? Или ты взял? Shotgun rounds. Бери. Ох, я бы взял, да? Блях, вот только на что? Твою мать. На патроны, короче, махну. И заряжу. Так, подождите. Подождите, мои патроны не лутать. Мои патроны не лутать. Сейчас ты не лутал там, не? Нет. Я слежу за тобой. Ты что там мигает? Вот оно меня беспокоит. Ну, мы, короче, включили, видимо, лестницу. Наверное. Чичика кулкацкер. Так, сейчас я... Потыкал и заработало все. Ну, там же это... Вверх не спят. Просто ты тыкалка. Эх, ебать. А где тут? Ой, красная трава есть. Это мне не нужно. А нахрена нам батарейки-то тогда? Разбросаны. Не знаю. Не помню. А мы как сюда попали-то вообще? Это вопрос более интересный. А, через овнер рум. Здесь, блин, зеленый. То есть красная травка. Руснейкс, привет. Так, теперь нам нужно найти вторую серебряную дверь, которая находится на последнем этаже. Правильно? Это ты, что ли? Это я, да. Вот сюда, по-моему. Да, здесь лестница. Коридор. Я знаю, что ты такие не любишь, Дим. В Адамс Вентура, ёпта, да? Так, сюда. Сюда. Ой, блядь, зомби, привет. Бум. Да чё я слышу? Бум. Какой-то здесь дробаш. Так, это... 101, 104, все, я понял. Да, сюда. Вы, кстати, правильно пошли. Хорош. Прям вот. Стоп. Не стоп, все нормально. Го-го-го. Го-го-го. Да я прям right behind you просто. Sonic Adventure. Че? В Sonic Adventure были такие загадки. Ликер. Здесь же, да? Да. Ну давай, тихо. Опа. Сейчас заходим. Ёпты! Ты чё? Тебя что там схватило? Нет, я не могу дверь войти. То влево, то вправо. Так, меняю ключ на это. Окей. Всё, я взял. Ты тут не был, что ни разу? Нет. Яблочко молодильное. Я пошел, короче, го вниз. К этому. Где это было? Это уже ты дорогу знаешь. На втором этаже где-то, по-моему, нет? Security room. Да, где это было? На втором?
Слаженная команда. Он знает одну половину карты. Я на лестнице. О, тебя вижу. Где-то тут. Что ли? Где это было? Ты ну меня вот вел прям тогда. Сразу направо. Налево, в смысле, да? И вот сюда. Ты? Подожди. Да, сюда. Перед огнем. Ну, в смысле, за поворот заходишь? Я все время Правильно. Стоял, это бдил там, где ну, вот эту. Да, ключ поменял. Табличку эту дурацкую. В смысле, как поменял? Ты берешь, когда предмет. Да че он не вставляется-то, ну? Цезарь, блядь, вставляйся. Сука, что не происходит-то ничего? Эй! Эй, хорош. А чё не так? Я не могу вставить. Какого хрена? Эй! Алло! А не вставляется? Ты где? Может, мне надо, чтоб ты рядом стоял, я хозяин? Не вставляется. Ты можешь? Ну подожди, да. Да, я тебе попробую дать. Ой, не комбин. Подожди. Призыв. На. Ключ, давай свой золото. Пофиг. Ну-ка попробуй. Чё за хуйня? Сейчас. А, подожди. Может, надо подвинуть? Она не может открыться, потому что не подвинули. Серьезно? Ну-ка. Ну да. Сука, что за бред? То есть, если не подвинуть, нельзя половить. Какая-то хер. Мы как-то тоже пытались отбрых поиграть, но так не смогли консоли по сети состыковать. Так мы это, на пеке играем. Через эмулятор. Через эмулятор. У нас это, технологии. Да. Разумные технологии. Патрон для пистолета. А, у меня есть тоже. Окей. Где? Так, я подобрал. Только что. Тебе надо? То у меня... Ну давай. Так. На. Где ты там? Развернись. Давай. На, забирай. Сука, дрянь. Забирай. Спрей. Так, я беру, наверное, лечу. Блять, а мы пришли сюда, мы лестницу проверили. Не Нет, понял конечно. Сейчас. Не понял. А, во, lower the ladder. Харе. Это не ты сделал, это я сделал. Да я, как обычно, ногой там бил. Это чё? Shotgun rounds. Хорош. Это как раз мне то, что нужно было. Я прям помолился о том, чтобы мне дали. Тут ещё 45... Подожди, не уходи далеко. Там босс сейчас, наверное, будет. Где-нибудь босс? У дверей. Чё там такое лежит? Слева. Чё-то мигает. Ну, Shotgun rounds, бери. Чё? Нажать? Чё нажать? Я чё-то звук какой-то происходит? Звук, да, да. Звонит. Что за звук? Где звонит? Алле! Так, а, вот, короче, смотри, вот этот коридор. Сирена. Я ж правильно понимаю, сейчас мы туда пойдем и будет хуёво всё. То есть не сирена, а звонок какой-то? Да, босс. Точно, босс. Сиськи. 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 Здрасте, покажите нам сиськи. Можно? Женщина, покажите нам сиськи. Вам что, жалко? Охренеть. Так. Что делать-то? Стрелять? Подожди. Ой, жопа. Привет. Ты чё, пьянь? Охренеть. Бляха. Чё, убьём её нахуй? Ой. Тихо, погоди. Я она с той мне... стороны пройду пока, чтобы она в разные стороны хотя бы это. Она мне кули-кули сделала это. Кулингули. Ты целься лучше. Слышь? Так, я спрей съем, пожалуй. Пух. Давай. Меня повернулось. Стреляй. Ой, блядь, ликеры! Толпа ликеров, сука. Стреляй мне. Срочно. Чё она там, жива еще? Да? Мать. Лёха, два патрона. К тебе вижу ликер. Кончились. По-моему, она. Кончились, сейчас я перезаряжусь.
Отходи, 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 срочно отходи, она сейчас хуйнет. Я прям чувствую, хуйнет прям вот вообще только в путь. Комбайн. Гранатомет ты чего не выбрал? Теперь гранатомет здесь. Или ты уже отстрелял все? Ой, что произошло? Я куда-то улетел. Потратил пустую гранатомет. Один. Слышь, матушка, на тебе въеблет. Блин, эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо. Че по патрону? Три патрона у меня осталось. Бух. Че, сдохло, что ли? Сдохло, жопа голая. Все? Нет, не все. Ух, блин. Тут пожарники. Тут пожарники. Смотри, малыш. Там пожарники. Короче, чтобы работал, нужен плагин сначала. Рабочий. Никаких хамачей, нихуя нахуй не нужно. Так. Зачем, я не знаю, это сделано. Просто надо было до двери добежать, и все, конец уровня. Ура! Мы прошли его. Фух. Скоро будет босс, как говорится, первое правило Resident Evil. Если дают хилки, патроны в большом количестве, значит скоро будет босс. Эх ты. Чё тут? Да тут лизуны, которых ты не давил. Где ты есть-то? Ты с ума сошел? Ты все еще уровень не закончил, что ли? Да. В дверь войди. У меня только сейчас заставка. В дверь войди, слышь. Откуда пожарничек? Здесь дают магнум, скоро хантеры. Пожарник тут говорит, что я лаки. У меня уже заставка кончилась. Я просто сразу в дверь вошел и исчез, видимо, из игры. Ну, видимо, да. Потому что у меня только сейчас заставка. Ой, беда. Ой, беда. Да не, Руснейкс. По туториалу там их много, на самом деле. Мы сами методом тыка делали все. Но сейчас просто плагин, ну, вышел под версией 9, по-моему. Не, ну не методом никакая тыка. Ну, как бы... Мы осознанно более-менее. Да, ладно, все. Во-первых, работает только на японской версии. Ну да. Ну, можно ее, конечно, пропатчить на английскую. В любом случае, английская. Японская. Ну, японский должна образ пачется. То есть это... Потом плагин нужен. Петизируется. Плагин нужен специальный. Последней версии. Собственно, это-то и основное было. Видимо, когда пробовали чуваки, да, из чатика того. Да-да-да. Там, скорее всего, плагин не обновился еще. Если это было, может, пару лет назад. Ну и этот, как он там... DNS, да? Он же меняется там у них у сервака. А, да. IP-адрес сервера. IP